Мы с Адошенькой пришли в школу. Сегодня у нас встреча с учительницей. Я взяла Адошку с собой. У нас из Габиной учительницы, но Габи не стала брать, чтобы она не мешала. А Адошке полезно будет послушать, что о нем говорят. Да, я его еще не сделала. Вот мы сейчас следующие на очереди, там уже в классе сидят. Вот папочка Габриэль, ее работа. Я думаю, что это можно посмотреть. О май гад! This is my grandma, my mom and my baby sister. Что? What? Габи, какая сестра? Мы о чем-то не знаем. This is Halloween. Моя лялечка. I'm going home. I'm going home. Тут какие-то две девочки. Да, она живет как Пеппа Пиг на горе. Yeah. A friend and me upstairs. Вот Габин Бин, вот здесь ее курточка висит и штаники внизу, наверное. Все, мы сейчас идем. Здесь вот библиотека у них. А сейчас мы идем, это был их не класс. А сейчас мы идем к Дошке. Hi, hello. Good. I see. Ой. 2119. Ого. Look at this. Yes, that's Holden's. That's Papa's. Это его Ямаха сопилка. Ой, Даша, а почему? Как это? Because my boots are too big, so it always just blows up. But finally I got to use my Magnus. А ты взял то, что папа рисовал в тетрадке тренировался? Yeah, I ripped it out because it was my French notebook. I couldn't allow that, so I ripped it out. This one's from Holden. Подожди, а вот это вот лучше понравилось тебе? Yeah, but it's just without a hand. I like this one better, but it's without a hand. Серьезно? Yeah. Вот это ты пишешь тут что-то? No, I don't write too much. Так. And then you have, that's Holden's. Holden тебе подарил? And this is Emma's. Да, это наклеечки мама давала. А это кто? That's Emma's. Эмма. Пусть будет. Пусть висит. Почему? Здесь еще что-то висит? No, it just... Come on. Вот такие вот здесь у них локеры. И вот так в локерах все лежит. Ой, а там еще что-то еду лежит. А что ты не... Не-не-не, там синее. Что это синее? Синяя. Доска для записи? Oh, yeah. Just kept on falling off, so it, Слабые там, наверное, магниты, да? Yeah. Okay. Well, yeah, that's my locker. Привет! Занял, тот занял. Слушай, Доша, а у тебя что это возле ротика? Ты что, съел реально целый донат? Мы когда пошли в класс, они предложили донаты Дошке, когда в Габин. И Дошка, мне не важно про других деток. Это вот мы внутри школы канадской. Младшие. Ну, старшая также выглядит. У всех детей есть локер или есть дети, которые не пользуются локерами? Не все, да, пользуются. Такие замочки у всех. У некоторых детей даже нету замочков, Фудоша показал. Да, не надо лазить по чужим. Давай мы не будем лазить по другим локерам. Все, it's okay, мы будем ждать нашей очереди. Так что, вот так. Баба вылетела. Нет, она вот здесь вылетела, в Тель-Авиве. Вылетела, и вот это она уже летит, 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 летит. Вот самолетик здесь, она сейчас above the ocean. Это ocean. Above the ocean, и вот здесь уже мы. Вот сюда еще чуть-чуть осталось. Ой, они даже вылетели раньше. Лендинг в 4:28. Вау. Они вылетели раньше. Интересно. Да, только в другую сторону. Они вылетели, получается, 22 минуты earlier. Нет, они вылетели on time, но прилетят раньше времени. Боже, уже мама больше, чем половину пролетела. Молодцы. Молодцы. Вот, да.
Я вот здесь как раз выставила. Костя, они на полчаса раньше прилетают. Сегодня такой же день, как в 2014 году, когда мы маму ехали забирать. Так что посмотрите, кому интересно. Вот у нас тут уже все подготовлено полным ходом. Сейчас будем резать оливье. Делать тут тоже салатик. Все уже, все ждут бабушку. И, да и сегодня все дома, хорошо сходили на встречу, прошли хорошо. Так что все, мы быстро-быстро все делаем. Нет, она вот здесь. Вот уже. Осталось 3 часа. 3 часа. Far away, не far away. Вот прилетает. Arriving 3 in 3 hours. Вот, вот здесь она прилетит, вот здесь самолетик. Все, ждем уже, сейчас выходим. Скоро выходим за бабой Валей уже, да? Мы должны за ней поехать, Габуся. Забрать ее. Друзья, мы выезжаем. Выезжаем, выезжаем. Все. Время уже 16:12. Мама через 15 минут приземляется, а мы только выезжаем. Ну, она сказала, так как она самая первая зашла, она отправила сообщение, то она самая последняя выйдет, да, потому что ее вещи будут в самом низу. Так что все, едем за мамой! У-ху-ху! Смотрим, где мама может быть. Так. Красотка моя вылетела. Валя, Валя, Костик по машине. Наматывает круги. Все Филиппины, весь самолет. Группа, я не понимаю, что это такое. Доченька, а ты не заполняешь эту декларацию, когда приезжаешь в Канаду? Нет. Ну, когда месяц, когда я прилетаю в Канаду, она не заполняет. Не, потому что... Как раз на твою руку. Давай я тебе. Давай ты не сможешь застегнуть, если сможешь. Как раз на твою худенькую ручку. Мам, будь со мной. Ты знаешь, да, зайка? Там такая надо на штучку нажимать. О, и даже тут это большое. Это, бабушка на день рождения. Это очень дорогой браслет. Еще один браслет. А вот еще один браслет. Куда? Надо вот так. Вот. Скоши. Как им нравятся вот эти скуши? Oh, I always wanted something like this, like blows up. But yeah. А что у Габуси? Моя лошадка? А что это вот это вот? Салат! Я даже не знала, как это называется. Хорошо, что мне мама подсказала. Да. Это два там? Твинс, слышишь, мама, это внутри там их два или даже... Ой, да ты что? Твинс это, она говорит, это близнецы. Все какое, оно все крутое, но больше оно тебе все большое. Ну, значит, тут будет где-то носить. Ну-ка, давай, я сама не знаю, как оно. Ты хотела, Брэд? I'm not eating this. Ну, это не кушать, ты же знаешь, да? No, but... Вот это надо, вот эти вот большие. Вот так как-то оно всовывается. Это надо папу дать. Это тебе жвачку Габи купила, бабушка любимую. Только не все сразу, Габи, хорошо? Это мама, мама. Хорошо. Купим завтра, не сегодня, хорошо, Габи? Сейчас я тебе... Ты не можешь открыть? Хочешь открыть?
трется, и что дальше? Оно делать? Меняет цвет. Сердце, это значит, что оно готово открываться. Да. Да. Ой, а потом как открыться нам давай. Не-не-не, не там, не там, не там.